Добрый день, мы с вами находимся в замечательной лаборатории компании «Москадавер», где проходит мастер-класс, посвященный эндоскопической хирургии основания черепа. Это базовый курс, он рассчитан на курсантов, которые не имеют совсем никакого опыта в эндоскопической транснозальной хирургии, и на тех, кто имеет базовый опыт, но хотел бы улучшить каким-то образом свои знания и умения. Мы начинаем с лор-патологии, затем мы переходим уже дальше к нейрохирургическим проблемам, к диссекционной области в зоне турецкого седла, площадки основной кости и так далее. Для диссекции мы используем инструментарий фирмы Karl Storz и оптику этой же фирмы, которая позволяет максимально приближенной к реальной ситуации увидеть ту или иную область и осуществить те или иные действия, которые пригодятся потом хирургам при решении уже их лечебных задач. Я уже с 2007 года занимаюсь транснозальной хирургией основания черепа и с 2010 года именно эндоназально-эндоскопической хирургией. Накопленный опыт позволяет поделиться тем накопленным материалом, который есть, и представить его в качестве наглядного пособия в рамках подобного образовательного мероприятия. Это у нас уже совместный не первый курс, но это впервые, когда этот курс проходит на площадке «Москадавер». Вообще-то рад отметить, что в России стали появляться подобные площадки, где можно проводить отработку практических навыков диссекционных и расширять свои знания в плане эндоскопической анатомии. Хирург на сегодняшнем этапе развития медицинской науки и техники не должен учиться оперировать в операционной. И более того, хирург, к сожалению, не может научиться всем аспектам хирургии, просто посещая анатомический театр, как это было раньше. На сегодняшний день анатомический театр должен быть оснащен точно так же, как должна быть оснащена операционная, в которой хирург оказывает помощь пациенту. И вот подобные лаборатории, подобные площадки призваны тому, чтобы способствовать расширению популяризации технологии, обучению врачей, как должна быть организована операционная, какой инструментарий в ней должен быть. А специалисты, которые имеют самый большой опыт в области этой хирургии, должны показывать, как правильно использовать то дорогостоящее оборудование, которое у нас есть. Передовая компания по производству этого оборудования на сегодняшний день является компания Karl Storz, потому что оборудование этой компании укомплектовано. Большинство операционных – это действительно то оборудование, которое позволяет выполнять на сегодняшний день очень сложные хирургические вмешательства, минимизируя травму. Я представляю, сколько усилий было приложено организаторами для того, чтобы соединить в одно единое целое и наличие биоматериала, и оснащение лаборатории, инструментарий, пригласить лекторов, которые так или иначе имеют какой-то уникальный опыт, каждый в своем направлении этого вида хирургии, для того, чтобы представить современное развитие этого вида хирургии для врачей и дать возможность врачам в течение нескольких дней отрабатывать практические навыки, знакомиться с особенностями этой хирургии, изучая анатомию вентральной поверхности основания черепа, новую анатомию, она не просто микроскопическая, это эндоскопическая анатомия основания черепа. Это очень важно. Еще раз хочу поблагодарить компанию Karl Storz за то, что она поддерживает организацию подобных мероприятий. В частности, у нас в Казани, где я работаю, у нас тоже есть подобная лаборатория. Мы уже провели 5 подобных диссекционных курсов, и все 5 раз компания Karl Storz оказала нам самую серьезную поддержку. Спасибо.